Здравствуйте, с вами Александр, и в сегодняшнем видео я постараюсь вам кратко рассказать о том, чем же отличается Xiaomi Mi Max 3 от прошлогодней модели Xiaomi Mi Max 2. Первое, конечно же, то, что бросается в глаза, это экран. В Xiaomi Max 3 экран уже почти 7 дюймов, на коробке написано 6,9. И больше он стал именно за счет уменьшения толщины вот этих рамок сверху и снизу. По ширине он абсолютно идентичный экрану Xiaomi Max 2, а вот по высоте стал значительно больше. Ну не то чтобы значительно, а больше. Благодаря закругленным краям выглядит он гораздо приятнее, чем на Xiaomi Max 2. Немножко как-то это все комфортнее, скажем, воспринимает, и закругленный интерфейс немножко интереснее, чем во втором Максе. Также к преимуществам данного соотношения стороны отнесу тем, что более удобно набивать какой-либо текст, к примеру, в Google Chrome. Сейчас откроем какую-либо, да просто. Вот, ну, здесь видно, собственно говоря, клавиатура. Попробуем сделать то же самое здесь. Закроем тут вообще все. И вот, у нас гораздо больше свободного места. Да, здесь гораздо приятнее за счет этого. Можно, конечно, клавиатуру уменьшить, но в плане набора текста и, скажем, чтение новостей на Лента.ру Xiaomi Max 3 в этом плане удобен. Ну, не знаю, тут это что попалось. На Xiaomi Max 3, скажем, новости читать за счет большого экрана гораздо удобнее. Вот такой сценарий, скажем, использования. Он здесь удобнее за счет большого экрана. Это, конечно, явное бросающееся в глаза отличие. Другое отличие, которое легко достаточно заметить, это камера. В Xiaomi Max 3 камера уже сдвоенная, а во втором обычная на 12 мегапикселей. Еще также наверняка вы заметили, что внешне они, в принципе, одинаковые по размерам. Даже если вот их, скажем, рядышком положить вплотную, то я не знаю, отличия, если есть, то буквально пару миллиметров, буквально, может быть, пару. А так визуально сказать, что какой-то, скажем, Max 3 больше Max 2, ну, сложно сказать. Да и внешне, в принципе, за исключением камеры в стиле iPhone, отличий особых-то и нету. Ну, исключением, конечно же, экрана. Вот если они оба в выключенном состоянии, то выключим. Отличить достаточно сложно. Где же второе, где же третий? Вот при включенном экране разница, конечно, в глаза бросается. Экран, скажу так, пользоваться таким экраном мне по сравнению со вторым Максом гораздо приятнее, потому что у меня побольше текста влазит, побольше новостей можно там. И удобно тем, что некоторые YouTube каналы снимают в широком формате. Тот же, к примеру, Garage 54. Я люблю на диване посмотреть это автомобильное безумие. Ну вот у них некоторые видео именно широкоформатные, и на третьем Максе за счет этого рамки гораздо меньше. Ну, думаю, хватит уже про экран. Давайте про еще одно отличие. Это, конечно же, процессор. Вот чего не хватало второго Макса, так это мощности. В Geekbench, сейчас открою на Geekbench,
ну, буквально недавно, 29 октября, я его тестировал, сравнивал. Сейчас открою на Максе 3. History. Так, вот тоже 29 октября дело было. Вот такая разница. Вот в плане производительности какой-либо в повседневных использования я, честно говоря, от этой мощности какого-либо прироста особого не заметил. И на Максе 2, и на Максе 3 обычные дела, типа как найти в Гугле какую-либо полезную информацию, посмотреть видео на Ютубе. И там все работает плавно. Но вот у меня, скажем, 2 с лишним тысячи контактов в телефоне. Это все клиенты мои. На Максе 2, скажем, порой он немножко думает, когда ищет какую-либо информацию. Вот. И еще особенность управления 3 Макса. Я настроил пока на жесты. У него, заметили, наверное, нет этих снизу кнопок, у него все экран. А при желании можно вернуть кнопки. В настройках это называется безграничный экран. Да, вот, пожалуйста, вернулись эти кнопочки. И еще так интересно, кто мало ли привык, что кнопка назад, к примеру, она может быть как здесь, так и здесь. Можно по старинке. Но из-за этого у нас, скажем, немножко место будет скрадываться за счет этих кнопок. Но скажу так, кнопки, конечно, удобнее. Они ложных срабатываний с ними гораздо меньше, чем с жестами. Ну, возможно, это дело привычки. Я жесты изучаю буквально вот несколько дней. Может быть, я еще просто не привык. Но, скажем, при пролистывании новостей в ленте бывает так, что вот сейчас он на кнопках, сейчас все классно, но вот здесь вот она, эта панелечка, она немножко иногда, скажем, ну, мозолит глаза. Да, ну, в принципе, с кнопками тоже нормально. Экран большой, экран вытянули. При том же самом корпусе они сделали, ну, просто больше полезной площади. Больше пользы от телефона такого. И без того не маленького, я стал еще больше. Вот. Это про экран. По поводу производительности. Давайте еще раз вернемся к этой теме. Я, может быть, рановато перескочил. Сейчас, кажется, не каждый день снимаю обзоры. Сейчас на 2 года вообще ничего не снимал. Так, Geekbench. Вот здесь как будто бы разница двукратная. А на самом деле такая есть. Помимо Geekbench я сравнивал в 3D Mark, в Antutu. Кстати, сейчас можем прогнать какой-либо тест. К примеру, Antutu можем. А для наглядности-то, конечно, на самом деле, вот так скажу, у них разница между ними практически двукратная, ну или близка к двукратной разнице. Мне кажется, вот всем интересно это больше игры, а 3D Mark в этом плане гораздо показательнее по FPS. Сейчас постараюсь настроить, чтобы демка не крутилась, да, чтобы сразу можно было FPS посмотреть. Сейчас мы их повернем вот так. Я надеюсь, да, в камере видно. И вернемся назад. О, тест Slingshot, и запускаем его на 2 максе. Он немножко дольше соображает, поэтому тут вот 3 Макс в итоге догонит. Но тут просто немножко долго запускать. По 3D Mark все будет понятно, какой FPS. Немножко вам, думаю, не видно, но на Максе 3 FPS в этом тесте 9.10, на 2 Максе 5 FPS всего-то лишь.
Я постараюсь сейчас увеличить, схватит она или нет. Я думаю, не схватит, поэтому отдалим обратно. Вот, следующий тест. Да, Макс второй уже отстал по запуску. И вот здесь вот такое слайд-шоу на втором Максе. Ну, третий, конечно, тоже не сильно быстрее, скажем, не 845 снабдрагон, но всего лишь 636. Но, тем не менее, побыстрее. Побыстрее, как в процессорной части, так и, как я думаю, видите в таком, ну, в графике. Скоро тест закончится, сейчас он еще процессор потестирует. Да, сейчас еще процессор прогонит. По поводу сейчас FPS вам скажу, потому что очень мелко, невозможно это все как-то приблизить сейчас. Вот. А, уже скрылось значение. Сейчас результат будет. Да. Макс третий набрал 1472 балла. А второй еще тестится. Я, несмотря на то, что он на пару секунд раньше был запущен. Вот такая разница. 3D марки. Ну, это просто для сравнения, насколько третий Макс быстрее второго. Здесь во втором Максе 840, здесь 1472 балла. Вот так отличаются показатели по производительности. Что еще могу сказать? По качеству, еще раз вернусь к экрану. По качеству экрана мне, по моему личному мнению, в Максе третьем он немножко потеплее, цвета немножко поприятнее. Во втором Максе он такой холодноватый, даже порой вот спасает только режим чтения. Он только в режиме чтения становится более-менее комфортным. А в третьем Максе он и там нормальный. Еще что по поводу звука. Многие спрашивают, спрашивают комментарии на некоторых форумах, а есть ли в третьем Максе стерео? Да, есть. Но оно там реально хуже, чем во втором. Оно, конечно, не настолько плохое, как полностью моно, но вот второй динамик, верхний, разительно отличается по звучанию от нижнего. И я запускал специальный тест, и отличия, да, они по звуку есть. Сейчас это, к сожалению, не показать, как оно все работает. Вот так, еще давайте по поводу этого самого экрана замечательного покажу, насколько порой хорошо смотреть тот же самый. Ну, я просто для примера Garage 54, потому что они одни из немногих, кто снимает широкие видео. Конечно, дурацкая реклама, да еще на двух телефонах одновременно. Всем привет, ребят. Сегодня, ну, честно вам скажу, пока ехал до базы, пришла такая. Вот, это просто как пример для сравнения. О, смотрите, в чем отличается обычный экран 16:9 от экрана там 18:9 на 2, грубо говоря. Вот. Здесь гораздо крупнее, хотя все равно есть полосочки сверху и снизу, потому что у них видео ультра широкие 21:9. Вот на моем старом домашнем мониторе вообще шикарно было смотреть этих ребят. Ну вот, ладно, хорош там эти. Суть понятна в том, что
на втором, на третьем максе какие-либо фильмы, которые широкие, их будет смотреть гораздо приятнее. В наушниках звук особо не отличается, плюс-минус и там он одинаковый. Ну, по динамику, в принципе, играют они плюс-минус одинаково. Единственное, что во втором максе эффект стерео побольше все-таки. А так, оба аппарата хорошие. Вот третий макс, по сути, просто вот экран, самое главное, увеличили. Делает цвета поприятнее. Ну, и камеру, конечно же, там более современную. По батарейке живут они оба плюс-минус одинаково. Во втором максе 5300 мАч, в третьем 5500, ну тут же и опять же и экран увеличили, и процессор мощнее поставили, так что эта прибавка, она такая, ну, не особо значительная, по сути. А так плюс-минус одинаково работают. Вот. Ну еще и в третьем максе уже MIUI 10, а здесь еще пока не пришла на него обновка. Вот. Я надеюсь, я самые основные моменты рассказал. Да, также, конечно же, Type-C на обоих смартфонов. И, скажем, для наушников тоже все так же сверху, все идентично. Инфракрасный порт тоже есть. Вот они, такие аппараты. Я надеюсь, что самые основные моменты я вам рассказал, ответил вопрос по производительности, в общем, кратко, третий макс почти в два раза может быть быстрее второго, но, тем не менее, оба аппарата плавные. Надеюсь, вам видео понравится.